вопрос, почему нужно прощать обидчикам? О прощении грехов в первую очередь мы читаем в Священном Писании, в Евангелии. Когда апостол Петр пришел ко Христу и спросил, сколько раз я должен прощать? 7 раз. Но здесь он даже говорит более, по еврейскому закону 3 раза должен был человек прощать. Но что Господь говорит ему? Не 7 раз, а 70. То есть, если мы это умножим, то это 490 раз. Ну, конечно, это условная цифра. Здесь говорится о практически огромном количестве. Господь говорит, как хотите, чтобы к вам относились, так и вы относитесь. Какую меру мерите, такой и вам отмерится. Каким судом судите, таким и судить вас будут. Но Господь говорит, не суди и не судим будешь. Поэтому прощать обидчиков по 2 причинам мы должны. Чтобы не уподобиться им, таким же стать, как они, злые, строптивые, а все-таки быть выше, добрее, чище. А если все-таки оступились, в этом каяться. И 2-я причина. Когда мы злимся, мы начинаем жить на земле, как в аду. А другому человеку все равно. А мы даже, может быть, он и рад от того, что ты злишься. А когда ты на его не реагируешь или поступаешь гораздо умнее, нежели он тебя провоцирует, то тогда ты не живешь, как в аду. Ты живешь в спокойствии с Богом. Почти как в раю. Храни Господь.